Наше предприятие входит в состав крупного производственного объединения в Тюмени, которое занимается производством лекарственных средств. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP. Установка для обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя, роторные таблеточные машины, автоматическая линия по упаковке таблеток в полимерную пленку и фольгу и другие высокотехнологичные машины и аппараты. В начале прошлого года мы получили крупный заказ на поставку антисептика для обработки поверхностей. Договор мы заключили на 2 года. Антисептик должен был поставляться в пластиковой таре объемом 1 литр. Реализация заказа на нашем предприятии была, по сути, невозможна без покупки нового оборудования. У нас, иначе говоря, на участке розлива и укупорки есть оборудование для розлива в пластиковые бутылки, однако...